Самый вкусный простой салат из свежих помидор. Сейчас расскажу, как делать. Смотрите, берете 3 помидора, 2 луковицы, моете все это. Мыть надо хорошо. Вот так лук крошить, вот таким перышком. Для закусона такой салат — это просто бомба. Помидоры напополам и удаляем, соответственно, серединку. Оп. Так крошим. Так же как лук, такими дольками. Небольшими, не маленькими, средними. Вот такие они у вас получаются. Сильно тонкие тоже не надо, иначе они такие развалятся. Теперь самое главное — порядок действий. Посолили, сметанкой полили. Но у меня 10%, вообще лучше брать 15%, но 15% ничего не было. Сметаны, соответственно, не жалеем. Перемешиваем аккуратненько. Аккуратненько. 100 раз мешать не надо, просто вмешали сметаночку аккуратненько и все. Ну и последнее, самое главное. Поперчили. Перчик не жалеем. Перемешивать уже не надо. Все, так и подаете. Вот такая красотища, ребята. Это самый мировой, самый вкусный салатик. Классический из помидор с луком. Ребята, закусон — это просто супер.